Хорошо. Ладно, я приехал сюда, я работаю. Я 3 раза канаву копал, 3 раза я молчу. Думаю, может, я не понимаю чего. А сегодня снова наряд, иди канаву копай. 1 кабель не доложили. Я пришел к нему, говорю, это неправильно. А он мне говорит, не нравится, уезжай в свой Баку. Только он хуже сказал. Да голову оторвать этим проектировщикам! У нас на участке 3 раза кабельный вход переделывали. 3 раза! Слушай, что-то никак не могу понять. Тебе что, наряды, что ли, плохо закрывали? Почему плохо? Нормально. Ну, если нормально, тогда... А почему ты все на деньги сводишь? Отец мне сказал, Гоги, про деньги нужно думать, когда их нет. А еще он мне сказал, что деньгами же ничего нельзя мерить. Но если дружбу деньгами мерить, да, это будет сделка. Если любовь, все знают, что это такое. А если работать только за деньги, это же не работа, да? Но это нечестно. Так мне сказал отец, я ему верю. Расскажи еще раз. Я уже 2 раза рассказывал, хватит. Нет, не хватит. Ты же видишь, не все поняли. Ладно, последний раз. Меня утром вызвали. Говорят, иди канаву копай. Меня и еще 3 ребят, молодые ребята тоже, в армии еще не служили. Мы говорим, мы эту канаву уже за 3 года 3 раза копали. Что за работа? Бригадир посылает к мастеру. Мастер к прорабу. Мы пришли, говорим. Ну мы же все приехали сюда посмотреть, как правильно жить надо. А нас всех заставляют туда-сюда копать. Это что, правильно, да? Это что, справедливо, да? Я пришел к нему, сказал. А он мне говорит, делай, что приказано. Не нравится? Убирайся к себе домой. Так? Так. Я убираюсь. Вот заявление. Все. А остальные? Остальные пошли канаву копать.